Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим коктейль под названием Cloud Lily или Облачная Лилия. Если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь. Я вас всех очень сильно рад видеть. И мы начинаем. Насколько я понимаю, коктейль Cloud Lily новый и вообще как бы не авторский. Нашел я его на канале у одной пары под названием Drink Loving Couple. Они, короче, делают короткие видосы и есть почти везде, и где мы сейчас с вами, и где мы сейчас не с вами. Короче, вы понимаете, о чем я говорю. Можете зайти в любые вот эти вот соцсети и посмотреть их канал, они делают короткие видосики. Так вот, кроме этого, никакой больше информации по поводу этого коктейля я не нашел, как бы на, скажем так, общепринятых таких больших источниках. Поэтому делаю вывод, что это, видимо, вот именно их коктейль. Коктейль представляет из себя риф на классический коктейль Aviation. И, короче, на этом все. Переходим к ингредиентам нашего напитка. Нам понадобится джин, фиалковый ликер, трипл сек, лимончик, а также яичный белок. Джин такой фиолетово-синий, потому что я его настоял на синем чае. Собственно, я делал уже то же самое в видео про Aviation. Поэтому, если вам интересно, переходите, смотрите. А мы с вами переходим к сборке нашего коктейля. Собирается коктейль в шейкере. Нам понадобится 20 мл джина. Мл фиалкового ликера. 20 мл трипл сека. 20 мл сока лимона. И в конце берем вторую часть шейкера, в нее мы разбиваем яичный белок. Все, теперь переливаем. Для начала делаем драйшейк, чтобы все хорошенько сбилось. Погнали. Будьте аккуратны, иногда, когда делаете драйшейк, все может вырваться наружу, поэтому имейте это в виду. Добавляем лед в шейкер. И вот теперь уже шейкуем, чтобы все хорошенько охладилось. Погнали. Берем бокал, стрейнер, дабл стрейн, и переливаем наш коктейль. Вот и все, Cloud Lily к вашим услугам. Ну что ж, давайте пробовать. Ну, это определенно очень вкусно. Если вы любите коктейль Aviation, то этот коктейль вам тоже зайдет, ну, потому что это риф на коктейль Aviation. Здесь довольно-таки много фиалкового ликера, поэтому если вы не дружите с фиалковым ликером, тогда, ну, извините, вы немножко пролетаете мимо этого коктейля. Я лично люблю, мне поэтому коктейль довольно-таки понравился. Он очень нежный, цитрусовый. Я не могу сказать, что он освежающий, он просто очень-очень приятный. И вот белок тоже добавляет эту вот пышную текстуру коктейлю. Короче, обязательно рекомендую. Пишите, что у вас получилось, что не получилось. Понравился коктейль или нет. Ставьте лайки. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. И, конечно же, еще увидимся. Всем пока.